qarib 30-40 qismida daraxtlar hozirgi holda ekilgan. Lekin sug'orilmaganligi uchun u daraxtlar yarim qurigan holda. Давайте вот здесь сделаем сад тоже тебе. Bizlar park qilmasak, skver qilishimiz kerak. Bu mikropark deyiladi. Havlon ekish kerak. Havlon bor. Lip eksa bo'ladi zo'r. Lola eksa bo'ladi. Dub eksa bo'ladi. O'sha muhitni saqlab qolamiz. Shaharni ichida hamma joyda beton, hamma joyda asfalt, hamma joyda hozir daraxt qolmayapti. Ударные 40 дней продолжаются. В рамках общенационального проекта «Яшыл Макон», объявленного президентом Узбекистана, во всех уголках области идет посадка деревьев. Каждая организация вносит свою лепту. Большое внимание придается озеленению зон на территории каналов и коллекторов. Посадить деревья несложно. Важно, чтобы они принялись и был соответствующий уход и полив. С учетом всех этих вопросов, организации и предприятия представили свои проекты по высадке деревьев специалистам во главе с Хукимом области. Зеленые акции охватят территории каналов Сиёб, Шаар, Демишхи, Даргам, коллекторы Чашма, Бимашхат. Говорилось о том, что при массовой посадке необходимо знать ландшафтопланировочную организацию населенных мест и самих объектов озеленения с учетом их природно-экологических, социально-демографических и хозяйственно-градостроительных особенностей. Были обсуждены и сорта деревьев. По мнению специалистов, на вышеупомянутых участках хорошо приживутся павлония, липа, чинара, ель. На этих участках планируется посадить более 33,5 тысяч саженцев.